Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Муж Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин, довольно часто делится видео с участием своих домочадцев. На этот раз он показал всеобщую любимицу, которая уже давно живет в звездной семье, померанского шпица Марусю. Повод для появления Маруси на публике весомый, собачки сделали стрижку. А у нас Марусю постригли. Посмотрите, какой красивый медвежонок. Маруся? Маруся? Все, ушла к себе во дворец. Пошла. Вот так вот. Согласно информации из открытых источников, девочка-шпиц появилась в семье Максима и Аллы в 2012 году. Ее шоумен преподнес своей супруге в то время, пока находился на длительных гастролях. Так пародист хотел скрасить одиночество горячо любимой жены. А что думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.